Пап, я в туалет хочу. Наша страна еще не такая развитая, чтобы туалеты на каждом шагу стояли. Придется потерпеть. Пап, я серьезно, мне срочно надо в туалет. Ну ты посмотри, кругом машины, мы в пробке. Что ты предлагаешь? Выйти прямо на дорогу, снять штаны и всем устроить тут туалет? Ну да, вон поливалка едет как раз на этот случай. Поливалка — это тебе не сливной бачок, потерпи. Я сам хочу в туалет не меньше, чем ты, и ничего терплю. Вон, смотри, пробки вроде заканчиваются. Что же делать? Может, сюда? Тут как раз коробка какая-то. А что за пакет? Не знаю, возле твоей машины нашел. Может, там бомба? Какая еще бомба? Хватит всякий мусор в машину таскать. Папа, что там насчет туалета? Потерпи, сынок. Немного осталось. Пап, ты тоже потерпи. Спасибо. Я уже сходил.